платить налоги в Израиле и быть спокойным. Налогообложение на криптовалюты вводят израильские власти. Налоговая служба страны изложила официальную позицию. Индивидуальные инвесторы должны будут платить 25% налог на прирост капитала. Предприятия и биржи, торгующие криптовалютами, будут облагаться налогом на добавленную стоимость в размере 17%. Таким образом, криптосредства, подобные биткоину, будут облагаться налогом как товарная единица. Если криптовалюта используется для инвестиционных целей, то она освобождается от уплаты налогов. Доход физических лиц может рассматриваться как доход от предпринимательской деятельности, если продажа токенов достигает уровня бизнеса.